Всем доброго времени суток. В прошлом видео мы тестировали новую гребенку. Таким способом увеличили скорость укладки. И так как у нас плитка горбатая, мы применили вот такую вот систему выравнивания плитки от Кристалла. Идут они вот в таких вот упаковках. Обычно я пользуюсь вот такими вот СВП для фиксации плитки. В данном случае решил попробовать помощнее. Клипсы идут 1 мм и 1,5 мм. На клиньях имеются ребра жесткости. Вот такие вот идут щипцы, можно регулировать, и они полностью металлические. Ну что, посмотрим, что у нас из этого получится. Поехали! Ну что, плитку вроде выравнивает, а в местах, где был горб, при выравнивании вылазит клей. Клей со швов нужно смывать. Вот так вот плитка за плиткой, и все идет как по конвейеру. Не забываем корректировать правилом. В принципе, система неплохая, и я на всякий случай оставлю ссылку, где их приобрел. Ссылка в описании видео. Продолжаем дальнейшую укладку керамогранита. Как вы видите, разброс плитки мы поделили на три части, и это выглядит как паркет, да и середину легче выравнивать. Ну а в следующей, четвертой части, мы будем класть подрезки и затирать. Затирка у нас будет цементная, и мы будем делить пропорцию через весы. Я думаю, будет интересно. А на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание.